Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня посылочка. Посылочка от Оксаны Лютова, станица Динская. Сейчас открою коробочку и заглянем, что же пришло ко мне на этот раз. Так. Сверточек небольшой, потому что здесь азиатские орхидейки. Вы знаете, одну орхидею я заказала давно. Давно, еще до своих вот этих всех потерь в жаркую погоду перед отъездом. И попросила Оксану приезжать у себя, что по приезду я заберу орхидейки у нее. Ну, так уж получилось, как получилось. Вы знаете, что по приезду мы все тут всей семьей заболели. У нас был коронавирус и у деток, и у нас. Вот, и как-то пока лечились, а процесс этот не быстрый, вы знаете, кто-то знает, возможно, сталкивался, не дай бог. Вот, ну, в общем-то, как-то так и получилось, что орхидея аж с лета пришла и ждала отправки. Так, листочек поломался, ну, это вот прям вот в упаковке поломался, так вот скрючен был, видно. Нету названия. Что ж ты, кто ж ты? Вот. Там такая красивучая бабочка. Вообще, размер 2,5 был. Так, ну, пока не могу комментировать, кто вот этот вот товарищ. Ну, жалко, конечно, заломленный листик. Сейчас достанем и посмотрим все-таки, кто есть кто. Вот. Ну и, конечно, чтобы орхидейка одна не путешествовала, как всегда, берешь что-нибудь еще. Тем более были скидки, акции. Все-таки уже ближе конец сезона, поэтому многие продавцы уценяют орхидеи, чтобы... Все-таки мы их забрали, чтобы они не оставались у них в наличии. Так, ну и поэтому я тоже взяла орхидейки. Так, ага, вот она. Такое название. Очень красивая бабочка. Фотографию цветения ставлю. Там их было совершенно несколько штук. Вот я успела отхватить. Ну да, размер ну, под 2,5 тянет. Цвела, видите, цветоносик был. Надеюсь, у меня тоже она быстренько-быстренько порадует. Вообще, растюшечки мне от Оксаны нравятся. Заказы я делаю регулярно у нее. Хороший продавец, качество всегда хорошее. Если где-то что-то не так, всегда идет какая-то скидка, уценка. Ну, как бы. То есть, если я брала с уценкой, действительно, там была та или иная какая-то проблема. Если я брала без оценки, всегда хорошие растюшечки. Ну, вот хороший такой вот растюшка. Ну, вот хорошая растюшечка. Посмотрите, и корешочки хорошие. И розеточка хорошая. Так, вот это бабочка. Так, фотографию найду, вставлю. И еще у нас товарищ поехал вместе. Докомплектом. Так. Это кто у нас тут? Есть название? А, это тоже бабочка. Вот такое название имеет. Она была сначала не по уценке. А потом ее уценили. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Чешуечка. Есть, да, вот смотрите.
снимались листочки. По какой-то причине что-то тут не нравилось растюшечке. Ну, растет новенький листик хорошенький. Корневая нормальная. То есть вот эта вот бабочка, сейчас мы снимем чешуечку с вами, была по уценочке. Возможно, из-за снятых вот этих листочков. Так, все, три растюшечки мы распаковали. Значит, вот эта растюшечка, это биглипчик. Сейчас я посмотрю на фотографию перед отправкой. Но мне кажется, он в посылочке травмировался. Сейчас мы вместе с вами их обработаем и польем. Итак, полив. Беру свой любимый Экофуз. Если кто его до сих пор не знает, обязательно посмотрите видео в правом верхнем углу, оставлю ссылочку. Очень хороший препарат. Использую его как антистрессант в том числе. Поэтому сейчас, как никогда, он будет кстати после пересылочки. Сейчас мы их попоим. Вот так вот. И протрем им же листики. И можно опрыскивать орхидейки и поливать. Поэтому все будет с ними хорошо. Так, тут тоже смотрю. Листочек лопнутый. Ну вот, видимо, по этой причине и уценка. Обязательно с тыльной стороны протираю. Вот, чтобы нам открыть устица. Когда открывается устица, происходит у орхидеи хороший газообмен. И тем самым улучшается фотосинтез. Вот, поэтому когда вы, если вы делаете и протираете только поверху, делайте это и с тыльной стороны. И всякие добавки лучше прикладывать тоже с тыльной стороны. Вот так вот сейчас наведем марафет. Пятнышки у нас сейчас не видны, но они проявятся. Но пятнышки очень элементарно снимать лимонным соком. Будут ваши листики глянцевые и красивые. Вот так вот. Постоят еще немножко. Прям вот чуть-чуть еще. А потом я их определю вот в такую же ясельную группу, как у меня в коробочке. Правда, это уже не совсем малыши, а в коробочке у меня стоят деточки. Размер 1,7, ну или подрастающие, ближе к 2. Вот такие сегодня был полив. Приспособила вот такой контейнер. На низ салфетку с микрофибры. И поливаются они у меня одним махом. Вот уже раскукливают корешочки. Хорошие малыши. То есть налила водичечку сюда с краешку. И все, она распределилась, и все растюшечки попили. Каждого я не замачиваю. Вот такие вот бравые хлопцы. Только-только попоила их. Вот, и также их поставлю в контейнер. Постелю туда салфеточку. Тем самым мы уже напились. И будут они у меня стоять. Салфеточка будет определенное время влажная.
но не сырая, и немножко будет постепенно отдавать растюшечкам водичку. Ну, в общем, в контейнере вот в этом все пока прекрасно. Хочу сказать, даже лучше себя чувствовать, нежели они бы у меня стояли вот просто вот, ну, на своих местах. Ну все, друзья, мы умытые, красивые. Надеюсь, скоро порадуем цветением и меня, и вас. На этом пока все. До новых встреч. Пока-пока.